Всем привет! Девятый день школьных квестов, а это значит, у нас новый учитель. Сегодня мы будем выполнять задание ОБЖшника. Подходим к учителю, берем задание в аттестат и бежим на красный поинт, который указан на вашей мини-карте. В этом квесте нам понадобится компас. Для того, чтобы его включить, нажимаем F10, настройки и жмем отображать компас. После этого он появится у нас вверху экрана. Он нам и понадобится для этого задания. После того, когда мы пришли на красный поинт, в чате появляются задания, куда нам нужно идти, а ориентироваться нам нужно по компасу. Задание легкое, если что-то непонятно, смотрите видео. После того, как мы все сделали, подходим снова к учителю и берем ежедневное задание. Там ОБЖшник говорит нам показать на манекенах, как мы умеем оказывать первую медицинскую помощь. Всего манекенов 4, а лежат они на теннисном корте. Всего, что нужно сделать, это подойти к ним, нажать на Е, а дальше уже быстро нажимать на стрелки, которые показываются снизу. Всем спасибо за просмотр, не забывайте приходить на мои стримы, всем пока.